Капуста кейл или кудрявая капуста считается одной из самых полезных, поскольку в ней содержатся витамины, минералы и фитонутриенты, которые оказывают благотворное влияние на организм. Эта капуста богата бета-каротином, каротиноидом, который организм превращает в витамин А. Он необходим для роста и поддержания всех тканей тела, включая кожу, волосы, ресницы, ногти. Аскорбиновая кислота поддерживает рост структурного белка коллагена и этим защищает кожу от дряблости, образования морщин, растяжек. Клетчатка и сера в составе капусты улучшают пищеварение, снижают холестерин, выводят токсины и поддерживают здоровье печени. Витамин С увлажняет тело и ускоряет метаболизм, что приводит к потере веса и снижению сахара в крови, если показатели были завышены. Потребление пищевых волокон, которыми богата капуста, снижает уровень сахара крови и риск развития диабета второго типа. Но если болезни не удалось избежать, витамин С и альфа-линоленовая кислота избавят от осложнений, уменьшат неприятные симптомы. Чтобы снизить риск высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуется потреблять больше калия и меньше соли. В чашке приготовленной капусты калия в 3 раза больше калия, чем необходимо в сутки. А еще в ней достаточно клетчатки для снижения уровня жиров, плохого холестерина. Лютеин и зеаксантин – идеальная комбинация антиоксидантов в листовой зелени. Этот дуэт снижает риск развития катаракты и других глазных болезней, прогрессирующих с возрастом. Их эффект повышают входящие в состав витамины и микроэлементы Е, С, бета-каротин, цинк. Клетчатка и вода предотвращают запоры и улучшают состояние пищеварительного тракта. В составе кале также много хлорофилла. Организм хоть и не способен поглощать антиоксидант в больших количествах, зато он связывается с канцерогенами и выводит их из организма. Снижает негативное влияние вредных жареных блюд. Этот эффект поддерживает витамин С, бета-каротин, селен. Для формирования здоровых костей нужен не только кальций с фосфором. Микроэлементы имеют решающее значение, но пользу также приносит витамин К1. Особая форма отличается от витамина К2, представленного в пище животного происхождения и ферментированной сои. К1 важен для свертывания крови, помогает предотвратить сердечные заболевания и остеопороз. Диетологи советуют добавлять кучерявую капусту в свой рацион 2-3 раза в неделю. Ее воздействие на организм будет во многом зависеть от того, насколько хорошо пищеварительная система переносит крестоцветные. Кому нельзя есть листовую капусту кейл, риски и противопоказания. Минус суперпродукта – то, что он входит в список овощей, подверженных риску заражения пестицидами. Диетологи рекомендуют покупать его у надежных поставщиков и тщательно мыть перед едой. Ограничить его потребление или вовсе исключить из рациона нужно людям со склонностью к образованию оксалатных камней в почках. Не рекомендован овощ при приеме разжижающих кровь препаратов и бета-адреноблокаторов для сердца. Большое спасибо за просмотр!